В минувший уикенд в одном из клубов нашего города любители хип-хопа собрались, чтобы биться за поездку на Евробаттл, который пройдет в городе Порто, Португалия, в мае 2010 года. За полностью оплаченный пакет и официальное приглашение организаторов этого турнира леди и джентльмены разных возрастов и состязались в трех номинациях – бибоин, бигерлин и нью стайл. Денежных бонусов победителям отборочного тура не предусматривалось. Битва шла для того, чтобы определить лучшего из лучших, фаворита, который будет представлять Россию на Евробаттле. Судейство осуществляли опытные инструкторы из Европы – Тизи, Бибой Макс, Бибой Лагет из Португалии. It's not about just the way they dance, it's the way they live, the way they share. There's only one country I saw like this, and we talk about this, was Spain. Spain is happy people when they dance and they get together. Russia, Siberia, we see outside like cold people, right? People serious. But through hip-hop, they show their love. And it's amazing. This is the image we go home. Здесь не просто как бы танцуют, здесь как бы культура хип-хопа очень сильно развита. И вот он сравнил как бы с Испанией, что в России как бы все серьезные, то есть, как сказать, ну вот этот менталитет русский, российский, все такие угрюмые. То есть публика понравилась? Здесь более, да, все открытое, то есть продвинутое. Да, они очень удивлены, приятно, поэтому это и провели здесь. Страсти на танцполе кипели нешуточные. Позитивная энергия и эмоции выплескивались через край. Каждый из танцоров стремился показать все, на что он способен, и при этом не растерять индивидуальность. Танцпол показал, насколько важна в этих дисциплинах физическая подготовка и врожденное чувство ритма. Гости турнира не скрывали своей радости по поводу приезда в наш город. На таком уровне очень хорошее мероприятие. Раньше для того, чтобы куда-то попасть, нужно было далеко куда-то съездить. Европейская часть России, Урал. А сейчас, получается, люди стали сюда приезжать для того, чтобы дать возможность нам съездить туда. Ну, это очень хорошо. И напоследок радостная новость для танцоров, фанатов хип-хопа со всего сибирского региона. Квалификационный отборочный тур на португальский майский Евробаттл теперь навсегда прописан в Томске и будет носить гордое название «Сайберия Томск». Очень здорово все прошло, порадовало то, что вся Сибирь приехала, очень давно всех не видели, все развиваются, растут, очень здорово. Растет понимание, растет уровень танца, все общаются, любят друг друга, очень здорово как все. Бы, да, за последние, в этом году это первый реально такой крупный фестиваль, который настолько удался еще в придачах. И все люди приехали, получили удовольствие от общения, от всего, танцевали. Мы можем только поаплодировать такому повороту событий, ведь турниры, подобные этому, не только повышают престиж Томска в глазах молодых людей по всему миру, открывая талантливой молодежи путь к успеху, но и без ненужного пафоса ведут парней и девчонок к позитивному, здоровому образу жизни. Танцы – это жизнь. Да. Танцуйте, спорт – великое дело. Бибой вжик. Бибой проф. Бибой некит. Fight Master Screw. Смотрите передачу «Наш город». Смотрите программу «Наш город». Смотрите программу «Наш город».